О, все. Так, всем привет. Мы играем снова в Battlefield 3. И с того раза, как я записал игру, точнее, ну, там на две части получилось поделить. На этой же самой карте я не играл, не записывал и не играл ни разу. Так, насколько я знаю, звучок здесь достаточно громкий, по-моему. Ну, если я, например, говорю, то мне бы чуть хуже слышно, но... вот до этого вот сейчас я пытался поиграть на каких-то других... А, бля, сзади я видел, ну, слева в смысле. На других картах... Не особо что-то вышло. Оружие вот... АК-47 почему-то... Не знаю, откуда оно мне взялось, вроде бы не было тут. Блин, куда? Почему я сюда кинул? Случайно получилось. Вот, то есть и вас чего? А, вас повысили. Ой, блин. То есть особого скилла я никакого не набрал, поскольку, ну, я уже говорил, ни разу не играл с того момента. То есть не только не записывал, но и не играл. Вот, а вот сюда посмотрим. Так, ты где? Блин, куда он бежал? Блин. Ладно. Ну, чувак же здесь был. А, вот он. Я спас его, нет? Помощь? Да ладно. Не убил, что ли? Походу. Не знаю вообще. Ой, это же не наш. Ой, головешку ему вставляем. Так. Вот. Ну что можно сказать, давайте сейчас. Чё-то я тут немного разобрался. Вот, играю, вот сейчас смотрю. Ну, такие вещи сзади... Такие вещи простые, как... Ну, допустим, на карте там отображается... не вижу, что это, пилюлька, что ли, ну, вот там где-то прям это, ну, что-то типа аптечки, да? Я так понимаю, да? Нашивка спасатель, ой, сколько тут нашивок, я так заметил, за каждый фраг дают, по-моему, было, мне такое ощущение, так, кто-кто-кто-кто, блин, извини, ага, вот, да, мохнатика завалили. Ну ладно, бывает. Давайте гранатку вон туда. По-моему, я... Да чтоб тебя. Насколько я знаю... Блин, как... Гаджеты. Это что такое еще? Рывок. Как тут как-то модифицировать оружие? Я что-то не знаю. Или... Может быть, здесь штурмовик, экипировка. Ой, вот это нужно. Дальность принадлежности. Ну и чё? Ну вот под ствол. Назад. А как его... Как его, этот подствол-то выбрать? Надо в настройках полазить, потому что там что-то написано. Потому что я смотрю, многие с каким-то лазерами бегают, с прицелами там, с разными. А я что-то впустую, может... Так, сейчас мы заодно глянем, как это пропустить... На настрой... Нет, к сожалению, по-моему, здесь нельзя посмотреть в данный момент настройки. Давайте сейчас... Или можно, но я просто не знаю. Ну, может быть, занычковаться стоит сейчас. Ой, блядь. Извините. Да вернулся. Может быть, опции какие-нибудь там... да, не вариант смотреть сейчас, ну ладно. Кстати, что-то я в минус. Может быть, настройки... Не
дислоцироваться. Да, ну ладно. Так. Все-таки я хочу посмотреть. Привязка общая, наверное. Нет, меню полное. Пешком. Поставить сошки. А, ну вот, смотрите, тут написано. Владение штурмовой винтовкой. Блин, сколько ж тут всяких достижений. Так, шестерочка. Ой, стоп, это ж не то, что-то. 8, 6, 5. Да, со снайперки, видимо, или что-то такое, не знаю. Ну, в общем, немного я не въезжаю. Так, это я, да? Так, походу. Ладно, тогда надо валить отсюда. А сколько там нас? 7-8, да ты офигел. Ну, нужно, если я хочу выйти в плюс, нужно чаще играть, потому что, ну, 3 игры это не дело. Пока что... А где все-то, не пойму. Там, по-моему, где-то, да? А, так. Давайте сходим. Сюда, посмотрим за этим чуваком. Да ёп, ну вот как это назвать? Я его даже не видел. Ищу-ищу никого. Решил залезть сразу все, как... Не все, но один уже. Сразу прям тут как тут. Прям ждали. Давайте бегать за кем-то, что ли. Я не знаю, что... Ё-моё, что такое было. Да кто... Ну, может, ты и сосешь, но я нет. Так. Вот он, чувачок. Хотел ему в жблан засветить, но, бляха-муха. Эти искры, это капец. Ладно. Ё-моё. Офигеть. Это еще что такое у него? Чё, нельзя, что ли, подобрать? Такой, что это было? Блин, я хотел, надо было ложиться или садиться, чтобы под этой штукой стрелять. Здоровушки-то вообще не было. Давайте посмотрим, что у нас тут есть по оружию. За вот этот класс, это что такое? Блин, как его модифицировать? Я же знаю, что можно. Как-то можно, наверное, но... Так и знал, так и знал, надо было... Блин, но ему половину оставил там, по-моему, да? Ладно. Так, где-то мы в другой точке совсем очутились. Не добьем его, наверное. Ну, вот, да что... Да что ж ты делаешь-то? А, там этот... Я не знаю, кто там, но он мне достаточно много снял. Так, вот сейчас он вроде промахнулся. Вот тут пилюлька, да? Я так смотрю на карту. Вот она. Да нет, это не надо. Ты чё, офигел вообще? Так, почему здесь нельзя посмотреть настройки? Можно только во время игры. Немного вот это мне непонятно. Не устраивает меня это немного. А кто палил-то в кого, я не понял. Зачем ты в меня стреляешь-то? Так, ребят, подождите, надо быстро смотреть. Идти. Парашют, рывок, присесть, ползти. Поставить на сошки. Перезарядка, видимо. Выбрать гаджет. Один. Так.
вспомогательное оружие, выбрать гранату, нож, изменить режим огня. Оно подствольное оружие, вот надо что-то, не знаю, вот эту что ли, переключить гаджет. Давайте вот так сделаем, взаимодействие. Да, сохраняем и посмотрим, что я тут понажимал. Ой, бля, вот это чат. Ой. 4. Опа, нихера себе. Это еще что? Как встать? А, вот. Так, это, походу... Там где-то чувак был какой-то, нет? Ой, ё. Офигеть. Давай! Не сдохни, что уже, а? По-моему, он слишком... По-моему, он слишком косой. Я думаю, если бы он был прям... Или чё у него? По-моему, болтовка какая-то, да? Ну-ка посмотрим. Чё, офигел, это откуда он меня? Ну ладно, не суть. Так. А какие-то тут клавиши. Так, подожди, как. Черт, что я сделал? А, вот все. Так, так, так. 9.14, обожаю. Обожаю свои игры, блин. Ну, я в том смысле... То, как я играю. В голову, что ли, замочил его, да? Да, именно так. Кто-то тут стрелял. Зелененький, это наш. Так. Ой-ой-ой, гранаты. Кто-то палит меня, не палит. Да. Ой-ой. Голову что ли, да? Нет. Как где тут? Вот тут, по-моему, медикаменты какие-то. Да, да, отлично. Отлично. Так, что дальше? Куда идем? Быстро. Бабах, не видно никого. Прям вообще искры ни хрена не видно бывает иногда. Так, вот. Блин, да я жму. Я ему там, по-моему, оставил, ну, чихнуть и все. Он чихнет от собственного. Сдохнет. Так, ладно. Давай, что я делаю, не понимаю. Зачем я прицеливаюсь на таких близких дистанциях? Да, тут какая-то аптечка, что это такое? А это медик, наверное, бегает. Ну, это мои догадки, я сам так-то не знаю. Ой, блин, ну... Да, там на карте надо еще смотреть. Там, по-моему, что-то пишут на карте, да? Так, вот там, вот смотри, один. А, да, есть коллиматорный прицел. Вот, мне с этим надо разобраться, узнать, значит, использовать, как вообще его не... Как использовать, так это понятно. А вот как нацепить, мне еще нужно будет... Вот сейчас я запишу и попытаюсь разобраться. Что тут за ботва происходит? Так, у нас... Так, почему... А, стоп, это же... Да-да-да, я тебя видел на карте, и вот сзади тоже, да. Так... Значит, применить. Вот тут, видите, инструменты какие-то. Так, случайная точка возрождения, настройки. Ладно. Честно говоря, я самого главного не знаю, где тут... Где тут... Когда заканчивается игра. То есть, видимо, раз я времени здесь не вижу, может быть, это как-то связано... Ну... С общим числом убийств каждой команды. Ну, то есть
ты, вот он прибежал. То есть, например, убил 150, там, 300, не знаю сколько игроков, ну, это я так, образно, и все, игра заканчивается. То есть, кто быстрее наберет определенное количество очков, но я думаю, время должно быть, какое-то хотя бы, но должно быть. Вот тут у нас пилюля, да, на карте я вижу, но тут как-то опасно стоять, какое-то здесь место очень неожиданное, ну, вот, пожалуйста. Так. Не знаю. Так, махнуть. А почему-то, когда я мне так кажется, что когда я стреляю, что вот сейчас я в него. Опа, его там рисуют, да? Воскрешает. Это где-то вот там, да. Правильно, так. Ой, подождите, почему граната рядом со мной взорвалась? Вот это я хочу пушку. Да блин, ребят, ну дайте мне добрать-то, ёб твою дивизию. Это знакомое мне оружие. Так, а где-то здесь должны быть какие-то, не знаю, где можно здоровушку подлатать-то, нет? Попросить. Так, видим патрончики или что это такое. Так. Вот тут не хочу я вообще, я лучше вот тут буду бегать. Тут кто-то меня уже или мне показался, или кто-то стрелял. Ну, показалось. Давай, где аптечка? Кто-то мне сказал аптечку, давай, что-то. Вот как? Так я сам, блин, аптечку даю, ёкарный карась, чё за фигня? Что-то тупанул. Двоих вроде замочил, прям, ёб твою. Обидно, блин. Так бы был хороший трипл. Да. Так. Ну чё, гренами не будем туда кидать, я думаю... А, их уже замесили до меня, да, вот тут. Так, кто-то тут. Кто-то тут. Да, он мне даже ничего не снял. А, ну может броню, но я не вижу, где броня. Вот это внизу полосочек, что ли, или чё? Так. Вот там что ли кто-то... Ну ладно, не важно. Вот зачем я прицеливаюсь, лазерный прицел? Ребят, у меня столько уже всего, я прям хочу скорее нацепить эти все модули. Это, мне кажется, так круто, так. Бля, ну как аптечку достать? Или что там надо? Или я не могу? Ой, ёпта. Так. Давай вот эту, что ли. Нет, да, надо другие, другую пушку в следующий раз взять. Там где это... аптетичка. Аптетичка. Ой, что это? Блин, вот ты что так выскакиваешь? Осторожней. Ой, блин. Так, вот там кто-то побежал. Походу, это не наш. Да, тут я вижу... Вроде замочили. Да. Ну, конечно, вот те, кто уже давно может играть. Я не понимаю, это мне везет или они такие косые, я что-то не понимаю. Вот я что-то начал играть, смотрю, думаю, о, в плюс вышел, думаю, либо мне везет, либо я что-то не знаю. Может, правда? Не очень хороший. Ну, неважно. Везет и то хорошо. Так. Ой. Я замочил его, да, походу? Вот так вот. Так, вроде замочил, нет? Или мне показалось? Ну, было бы обидно, если бы я его не убил. А то здесь вот, по-моему, еще там кто-то. Да, вот тут еще один был. Значит, мохнатик у нас, да. Так.
Так, 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 так. А, что-то я еще хотел сказать. А, ну да, кто те игроки, которые, естественно, уже давно. Ну как, играют, да? Допустим, увидят, посмотрит видео, скажет, что. Неужели так сложно посмотреть? Ну, допустим, я что-то не вижу. Да, вот это я зря сделал. Ой, что это с ним? Чё это он на стекле на каком-то? Неужели тут не так все непонятно? Неужели не видно, что ты... там же тебе пишут, да? Вот твою. Там же тебе пишут... Кого, когда, никогда, а просто кого ты замочил, вот в чате, кто тебя убил, ну, точнее, внизу, не в чате, а внизу тут. Но, например, мне было, честно, непонятно первое время, я, ну, просто ноль, я не понимал. Действительно, это так у меня со всеми играми, то есть. Поэтому раньше я, в принципе, не... Я не любил, видимо, вдумываться, то есть в игры. То есть для меня каждая игра была это... То есть если чуть сложности, все, она мне уже там не нравилась или что-то там еще. Я переставал, забрасывал ее. Блин, чё ж так Грант-то вроде далеко киданул. Сюда должна была долететь. Тут побежал, я видел. Так, вот там вот, смотрите, по-моему, кто-то сидит, да? Кажется, меня сейчас снимут, нет?